Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня свое видео начинаю с ванной комнаты. Сегодня у нас будет с вами мотивация на уборку ванной комнаты, прихожей. В общем-то, квартиры везде по чуть-чуть. Не генерально, а так как бы раз в недельная уборка. Сегодня мы будем убираться вместе с мальчишками, с детьми. Так что оставайтесь с нами. Поехали. Так, ну что, замочила пока ванну. Пока ванна у меня отмокает. Сегодня я здесь генералить не буду. Просто помою ванну, унитаз, ну и полы, половички поменяю. То есть сегодня у меня в ванной комнате такая легкая уборка, так сказать, не генеральная. Ну и, конечно же, поменяю полотенчика, частенько повешу. Здесь, наверное, на полочках. Не знаю, сегодня еще на работу, успею, не успею. Все перебрать, протереть, посмотрим. Но у меня сегодня акцент больше на ванну и унитаз, и пол. Поэтому так вот. Еще сейчас покажу, какой у нас сегодня фронт работы. Так, еще здесь мы хотим разобрать. Всю обувь перебрать, поднять половик, там все вымести, вымыть. Здесь тоже все перебрать нужно. Это я приготовила здесь Димкины штаны в прошлогодние, баллонки маленькие, да, трико там. Либо выкинут, либо Ваня в гараж заберет на тряпки, не знаю. Тут, в общем-то, обувка вот мои. Надо будет протереть, убрать. В общем-то, переберу, все уберу. И полы помыть. Здесь тоже был кинлоточек поменять. В общем-то, вот так вот. Какой у нас сегодня фронт работы. Уборка в прихожей. Ну и в ванной комнате. Так что, девочки, начинаем. Начала с разбора в прихожей обуви. Всю обувь решила перемыть. Налила в таз воды тепленькой тряпочкой. Всю обувь перепротираю. А я вообще, девочки, не люблю в тазу что-то делать. Мыть там обувь, либо полы мыть. Ну, не люблю. Как-то, знаете, с детства еще, когда я только начинала это все полы там в доме мыть. И меня как-то приучили мыть это все в ведре. В ведре как-то удобней. И переносить его удобно. И не так разливается, чем в тазу. Ну вот, в общем-то, в тазу мне не нравится. Но тут уже ведро мое ушло в гараж, поэтому мне пришлось сегодня работать в тазу. Так, ну что, обувь попротирала. Сюда посоставляла всю выходную обувь. Сейчас здесь буду поднимать половик. Под ним столько грязи там. Все вымывать, выметать, полы мыть. Ну и вот так потом постепенно сюда обувь всю посоставляю обратно. Белка все в тазик лезет, а? Я всегда мою в ведре обувь, но у нас ведро нынче в гараже, поэтому теперь неудобно в тазу. Не люблю вообще в тазу мыть полы там, либо обувь. В ведре как-то поудобнее. Ну все, начинаем там драить дальше. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. Doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Подняла я коврик, под ним, как всегда, тонна песка. Все это смела носовочек. Соответственно, помыла под ковриком пол. Там прям на несколько раз все помыла. Коврик в этот раз сам я не стала мыть, но потом я уже за кадром шваброй его протерла сверху, ну и снизу тоже немножко шваброй прошлась.
тщательно, конкретно прям не мыла. Тут я попросила Владюшу протереть поддон для обуви. На нем у нас теперь стоит не обувь, а Беллин лоток туалет. Он протер все, я там под низом тоже швабры все полы протерла и поставили все чистенько. А далее составляю всю обувь на место, на коврик. Что-то выбросила из обуви, что-то убрала вниз. В общем-то, сегодня обувь так расхламила хорошенечко прям. Вроде бы живет 4 человека, но обуви, наверное, у всех так, как у гусениц. 250 пар. У каждого по несколько пар. Вот, все поприбирала, посоставляла. Ну, теперь итоговая. Швабры сейчас пройдусь полы. Как же без моей Белочки? Белочка мне в помощь. Всегда везде рядышком со мной работает, помогает. Found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promise to be serious, we pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Ну, здесь уже, как видно, я перешла в ванную комнату, начала отмывать ванную. Все, что замачивала с душа, слила и заново полила. Сегодня я опять не знаю, чем мыть свою ванную. Нашла Санокс под ванной, там когда-то, видимо, покупала. И его побрызгала, им пошоркала. Особо не отшоркалась. Взяла опять Доместос, Доместосом все залила. С хлора этого опять надышалась, что потом все... Вдыхать было больно, воздух через нос, все посжигало себе в носу, но зато отмыла всю свою ванную. Вот, девочки, знаете, никак не возьму такую за привычку там мыть ванную раз в неделю. Ну никак не возьму, никак мне не получается. Уже как мой тогда, когда уже прям совсем уже надо, вот вижу, что уже нужно ее помыть, а вот нет, чтобы сама понимаю, что если раз в неделю мыть ее, конечно же, будет проще, будет лучше, и она не будет до такой степени запускаться. Ну, я пока вот такая вот, девочки, не могу я так себя взять в руки, приучить к этому делу. Как я уже сказала, я сегодня генеральную уборку делать в ванной не буду. У меня сегодня акцент помыть ванну, туалет, ну и, конечно же, полы. На полочках я тоже тут не убиралась, только на нижней полочке немножечко протерла. Ну и, в принципе, и все. Временем ограничено, поэтому самое более или менее необходимое сегодня все решила переделать. Ну вот, в принципе, что я, чем я и Так, ну что, ванна у нас помыта, унитаз помытый. Сейчас Дима все с под ванны вытащит, все флаконы. И Владюша у нас будет мыть здесь полы. Вот. Здесь тоже уже все помыли, убрали. Это все мусор вынесется сегодня. Там ящик, да, пакеты с мусором. Полы тоже я здесь помыла. Так, а Димка здесь будет пылесосить у нас в зале. Все пределы. Вот отсюда он может начинать.
Так, все, порядки навели. Дим пропылесосил в зале, я полы протерла. В комнате тоже полы протерла. Здесь тоже чистенько стираются половички мои. С ванной комнаты здесь тоже чистота и порядок. Под ванной все Владюша вымыл. Дима все вытащил, Владюша вымыл. Полы помыл, я ванну помыла. В общем-то, сегодня у нас семейный подряд. Наводили порядки. Такая чистота и красота у нас. Белла, пойдем. Беллочка, айда. Ну все. Ну, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее свое видео. Убирались, устали все. Всем спасибо большое за внимание. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Ставьте пальчики вверх. И не забывайте прожимать колокольчик. Всем пока-пока. До новых встреч. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never.